Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Unit 4, секция 1, упражнение 3. Listen and repeat the words for the most popular sports and sport activities. Say, which of these words are used in Russian? Прослушайте и повторите слова для самых популярных видов спорта и спортивных состязаний. Скажите, какие из этих слов используются в России. Читаем и переводим. Футбол, футбол, table tennis, настольный теннис, badminton, бадминтон, volleyball, волейбол, chess, шахматы, gymnastics, гимнастика, aerobics, аэробика, dance, танцы, cycling, велогонка, swimming, плавание, walking, ходьба, skiing, лыжный спорт, ice skating, конькобежный спорт, horse riding, скачки на лошади, windsurfing, windsurfing, jumping, прыжки, running, бег, boxing, box, figure skating, фигурное катание, wrestling, борьба, hockey, хоккей, judo, дзюдо, kickboxing, kickboxing, polo, поло, rugby, rugby, baseball, baseball, athletics, легкая атлетика, handball, гандбол. Нас еще просят отметить, какие из этих видов спорта, или по-другому, какие из этих слов у нас используются в России. Перечислим их. Футбол, футбол, table tennis, настольный теннис, badminton, badminton, volleyball, volleyball, chess, шахматы, gymnastics, гимнастика, dance, танцы, swimming, плавание, walking, ходьба, skiing, лыжный спорт, ice skating, конькобежный спорт, jumping, прыжки, running, бег, boxing, box, figure skating, фигурное катание, wrestling, борьба, hockey, хоккей, дзюдо, дзюдо, кикбоксинг, кикбоксинг, рагби, регби, athletics, атлетика, легкая, и handball, гандбол. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.